Зи, дорогие зрители, с вами снова сэр Холмс, и мы вернулись с вами в Daggerfall. А если быть точнее говоря, о географическом нашем расположении, мы сейчас в Сентинеле, в одной из южных его деревушек. И начинаем мы такой прекрасной южной ночью. Тут даже стена есть у них. Это типа, знаете, поселок замкового типа, я бы назвал это. У него классно, реально атмосферная ночка такая. Сегодня у нас в планах вернуться в Daggerfall, то есть переплыть залив Илиак и оказаться в столице, попытаться взять квест у королевы Daggerfall. Но прежде мы с вами должны выполнить побочный квест, который нам выдал трактирщик. Ну, потому что почему бы и нет, там легкий заработок просто. Найти человека, местки, судя по всему, какой-то, может, Ридгард или Хаджит даже. В деревушке Такаладакс. И после этого направимся еще в столицу Сентинела одноименно. Поговорить с принцем. Мы на него работали. Посмотрим, что он еще нам может сказать. Так, ну как-то так. Такаладакс. Да-да-да-да-да, поехали. Пешком, безрассудно. Поехали. Все как мы любим. Пешком, безрассудно. Ну да, тут видим победнее деревушка, и прибыли мы тоже ночью. То есть двое суток прошло так, пропутешествовали мы на восток. Как там, в Аладдине пелось. Тайный восток, подожди, не. Жаркий восток, арабская ночь. И да, движемся в таверну, опять же дальше на восток. Нам нужно узнать, где располагается этот парень, которому нам надо доставить. Рубашку там вроде надо было доставить ему. У меня еще такая идейка появилась, господа. Тут много книг всяких. Уже начиная с Daggerfall, имею в виду, в древних свитках вообще. И жалко их оставлять за кадром. Нужно устроить рубрику, типа, чтение с комментариями сэра Холмса. Это стоит задумываться, когда у нас появится микрофон получше. Он уже скоро должен ко мне прибыть. Как видим, на меня опять тут не обращают внимания. Я ищу местки. На юг. Ну-ка, а если подумать? Недалеко на юг резиденция. Йо, привет. На самом деле это плохо, что меня игнорят, не хотят со мной говорить. Это очень затрудняет поиск. Подожди, чё, куда я иду? Я опять заблудился. Так. Господа хорошие, выпустите меня. О. Затрудняет поиск нужных людей на юг. Так это же совсем рядом получается. Не оно ли? Ну-ка. Вы мусор. Хорошо так написано. Без шансов. А! Блин, я думал, я упаду. Так. Чё за херня? Всю эту икону продать не могу. Блин, я ж кинжал свой просрал. Да, не получится сейчас открыть это. Так. Блин, надо было посмотреть по карте, а хоть там нахожусь, нет? О. Прикольно, венцо в золотом кубке прям. Все это арабская роскошь. Блин, эта скотина прячется под замком от меня. Ай, блин, что делать-то? Да, скотина ты. Ну-ка, может, луком попробую выломать. А, или ногами, руками. Не, так, я ничего не добьюсь. А
Открывай! Open up! Мафака! Йоу, нигер! Открывай, я пришел за коксом! А чё ты с треногой как выламывает? Не, главное... О! Ну, скотина, теперь давай, объясняй. Так, отлично. Легкие деньги. Какой ты ушлый парень, а? Никак тебя не отомстить даже. Ну все, теперь можно двигаться к нашей цели. Так, классно он расположен, согласитесь. А на корабле быстрее, ну, смешно. Ладно. Так, сколько времени сейчас? 2:30. Это не классно, не классно, не очень классно. Придется слоняться под дверями, под воротами. Ну то, что, ну, в принципе, это оправдано, как бы. Нечего таскаться по диким местностям всяким, да? Если ты живешь в средневековом агрессивном мире, в котором всякие короли червей и прочая нечисть носятся по улицам. Так, ну где там мой конь? Ой, ё-моё, ё-моё, тихо-тихо-тихо-тихо, лошадка, не нервничай. Первый жрец, а ну тут в принципе... Юго-запад, да? Да-да-да, юго-запад. Тут особо думать не надо. Так удачно расположен их дворец этот. Прям как в Аладдине, который... Реальнее. Что особо трудности не возникает с поиском его. Наверное, дорого было строить этот... пруд, да? Даже назвал это бассейн. Что мне показалось, что лошадь встрепенулась. Да не-не-не, я хотел сейчас спешиться. Ну а вы, конечно, опять не прибрались, да, на выходе. Фу, блин. Два черепа поставили выходом и думают крутые, хотя нифига, но не так на самом деле. Сейчас опять, пока доберешься до этих. Вообще, как я и говорил сегодня, главная наша цель — это Daggerfall, добраться до Daggerfall, собственно, и там попробовать взять квест. Вернуться к сюжетной линии, наконец, уже. Я просто думал, что мне не дают из-за того, что у меня уровень низкий. Пытался его так прокачать. Так, ну чё, момент истины наступает. Привет. Ещё кто будет ставить на рукавник моему знакомому награды, дом выйдет, что я на вашей персоне выйдет. Куда надо? На рукавник... Цитотаз, господи. Кричащий меч. Сейчас орки, которые не желают. А, мне надо еще ману восполнить. Кричащий меч. Ну, да, давайте-ка тут это... С помощью магии, да, проверну. Я хоть и маг такой себе, но мы с вами изучили одно великое заклинание, которое помогает нам экономить время. Вообще подчиняет время и пространство. И чтобы лишние скучные сцены нам пропускать, да, мы просто проматываем время вперед. И увидимся с вами уже на подходе к Цитотарасу, или как он там, Цитотарас, да. Сейчас, вжух. Вау, господа, я не успел очухаться, на меня уже напали. И главное... Ну, конечно, зачем помогать мусору и... типа меня, да?
Вы мусор, мне говорят просто. И орки нападают сразу, они просто ждут в городе под дверями этого... Стража? Капец. Ну ладно, сволочи. Капец, 5 штук орков. Ну они, в принципе, особо... Орк рухнул на землю, испуская дух, произнес с едва различимым акцентом. Шафайлки, иди, шафайлики, шафайлики, какие шафайлики? Я, кстати, пячусь назад как раз к гильдии магов, чтобы перезарядить. Ай, нечестно, читеры, крысы из куста. Черт, последний сейф-то был еще здесь. Черт! Блин, а прикольный был квест, интересный. Ладно, давайте посмотрим, что это на этот раз мне предложит. Поживиться суммой бирюза золотых. Че? Как посмотреть, не то, чтобы поживиться суммой бирюза золотых из моей казны, месье. Бирюза золотых, это интересно. Махивик, с один ученик на игре. Че за... В игре возьмите бирюза, отнесите к имперской зелье в Нарос, а там уже... Так, еще насчет бинты мумии. Описать сюжет. Нет. Не надо мне такого квеста, я не хочу дополнительное какое-то подземелье. Предложи мне что-нибудь поинтереснее, женщина. Вернуть кое-что, что брал в долг своему владельцу. Вот мне. Нет, да, давай. У меня есть талисман. Брал на время у моего друга Сереги, священника из ордена Аркея в Бабисидаите. Здесь причина, почему 4 дня. Ну да, давайте вот сейчас опять за кадром. За кадром. Тут орков уже мне не обещают, так что. Вжух! И я прикупил себе танто. Ну, по крайней мере, так это называется. Ну, вроде он так и есть, танто. Или танто, не знаю, мифрильный. Примерно такой же по характеристикам, как и мой кинжал, но выглядит иначе. И разнообразие, это здорово, господа. Ну что ж, давайте отправимся выполнять квест. Бабис, короче, дальше найдется, я думаю, Бабис. Бабис. О, классно, прям по пути. Бабис Дейте. Кораблем. Да, кораблем. Поплыли. Торговля там у другие улучшилась. Сейчас сколько время? Блин, они только-только закрыли все. Придется применять левитацию. Жух! Так, тут нам надо доставить амулет какой-то, насколько я помню. Какому-то чуваку по имени как-то там. Ну, я думаю, тут они будут знать, о ком речь, да? А где трактирщик? Ага, попался. Мне надо... Нет, у меня сейчас нету времени тебя сопровождать, чувак. Мне нужно Сайерги. Ну-ка, если подумать... Черт подери! Что же это такое-то? Даже клоуны на меня не обращают внимания. Что за ерунда? Что за дичь, я бы сказал, трезвый титан. Ну, двинем на восток, там еще одна таверна есть.
Да, все-таки возимся с квестами второстепенными, когда уже? Ничего, скоро. Где-то тут должен быть вход, ну. О! Пехом давай сюда. Что-то я сразу заблудился. Хотя казалось бы... О! Привет! Людей, саегрки. На Орден Аркея. А, Орден Аркея на северо-запад. Точно, Орден Аркея же нам нужен. Хорошо. Так, не туда. Лошадь. Орден Аркея, северо-запад. Это туда вообще. А, ну, похоже, это он. Так, все, поехали. Давай, конь. Ну что ж, сейчас отдадим вот этот вот предмет, и все. Королеву Сентинелла поработали, заработали уже хорошую репутацию у них там, и отправляемся в Даггерфолл искать сюжетный квест, а? Если потребуется нам драпать... Да, но... Если потребуется драпать... О! Редкий символ, статуэтка, ничего себе! Кровь Револьфа! Это я удачно зашел! Фигу нашел даже! А у вас тут интересно. Ну-ка, а чему ты можешь меня научить? А, я уже тренировался в этот день. Так, где тут? Так, режим. Это не то. Прикольная дверь. Нифига себе, надо почаще в ордены заглядывать. Тут всякая редкая штука водится у вас. О, вот и он. Привет. О боже, мне вернули талисман. Да, я так говорю, что ты застряла, похоже. О, это счет закань. Дать кусок кальки обратно моему другу Гальдия. В резиденции Гальдия Тасупарит. Чё? Тут застрял камень, этот кусок гальки обратно моему другу Галдия, резиденция Галдия, в Тасопарит, блин, мне надо... чё мне денег-то не дали, еще и направили куда-то в Транстопарию какую-то, блин. Тасопарит, давайте быстро это сделаем, Тасопарит. Блин, я думал, я уж с того острова поплыву. Капец. Хрен там был. О, подождайте один часик, и нас пустят. Я-то думал, все, с острова, как все удачно, поплыву сразу. Нет, меня отправили опять на юг страны этой проклятой. О, нифига, тут народ ходит. Чувак, а ты выглядишь стильно. Такой у тебя салатовый мешочек. Такие прикольные хаммерфельцы. О, банк. Так, у меня, собственно, не сюда надо. Хотя... А, он еще и закрыт пока. Ладно, в таверне. Так, северо-восток. Что ж, давайте с помощью магии найдем его. Вжух. И я напоролся на гильдию воров. Я только зашел в таверну ближайшую от того места, где он применил заклинание. И... Так. Здесь только гильдии воров дозволено заниматься контрабандой. Пока что королева считает, что эти правила ее не касаются. Так вот, она ошибается. Дай мне рубин, чтобы королева знала, как бегать друг в рот. Давай. Вообще, ты желаешь умереть. В смысле, да, это отдать, нет, это. Оу! Это что было? Где ты, тварь? А,
Ай, капец! Захерачили просто. Ну ладно, давайте еще раз магию применим. Вжух! Уже какая-то дичь началась. Я еще даже не успел ничего сделать. А, все, да ничего тебе не отдам, сдохни. Заодно испробуем наш танк-то новый. Знаешь что, да? Давай-ка луком тебя постреляю, пожалуй. А знаете даже, давайте чем-нибудь их бахнем. Волшебным огнем, например. Еще раз. Ух! У меня такое впечатление, что им пофиг. Чё ты остановился-то? Минус один. Нравится? Хоть в городе могу магией попользоваться. Но я прям эльф. Ха-ха-ха. Там что, еще один? Там еще один. Ты смотри. О, это что было? Надо осторожней тут сейчас быть. Ну давай. Сразимся как мужчина с мужчиной. Лицом к лицу, глядя друг другу в глаза. Так, это что такое? Галерея Джабилон какая-то. Так, хорошо. Блин, ты смотри, пришел сюда. Давайте его постреляем. Что это за звуки он издает? Получай, тупица. Блин. Еще? Сколько вас вообще? Ё-ма. Да, классные потасовки. Ха. Еще что-то у него тут. Руины хутора Вирджин. Интересно. А у них у всех какое-то одинаковое снаряжение. Железные дайкатаны. Широкий меч. Блин, ты смотри, сколько всего. Я, наверное, столько не унесу даже. Фух. Ну, вроде... справился. Каверна Диспорт. Да, я явно все не унесу. О, ни хрена! Черт! А, у меня же есть вазок! Вазок жжет, вазок жжет, вазок нас всех спасет! Оба-на! Подожди. Ни хрена, он целый арсенал на себе возил. У меня вазок не в месяц столько, сколько эти жабы на себе таскали. Ну и ну. Ну хоть это, лута с них соберу нормально. Скажите-ка. Пусто, пусто. Пусто.
И вон еще тело лежит. Блин, еще один. Вроде это последний. Ну все, с тобой мы сразимся, как мужчина с мужчиной сейчас. Только еще раз у тебя стрельну. Так. Вазок. Все, давай. А, ну, чтоб время не терять еще. А, руины Коксплейс. Коксплейс. Давай! Лол. В висок ему, короче, с разбегу. Ну что ж, господа, теперь вжух. И вот мы уже в нужном месте. Живы-здоровы. Заработал 8000, продав этот лут. Наверное, можно было и больше, но... Так, это нам кто нужен-то, собственно? Галдайя. Галдайя. Где же Галдайя? Говори со мной. Не понял юмора. А. Все еще не понял юмора. Серьезно, тут больше некуда идти. А, вот здесь. Привет. О, Рубин, как раз то, о чем стоишь, чего это же. И свалила сразу, паскуда. Ну, квест сдан, и это замечательно. Я даже починил оружие все свое. И все, наконец-то это свершится. Daggerfall. Столица. Да, я хочу, как корабль. 170 монет. Фух. Ну что ж. Вот и Daggerfall. Да, это он. Что ж, посмотрим, порадует ли нас чем-нибудь здесь. Так, ты уже все забыл, что ли, дружище? Все названия всех вот этих фигней. Ну ты давай. А, нет, что-то помнит даже. Вон он, замок. Так, а я где? Ну, мне круто на северо-запад. Ну, будем надеяться, что тут действительно нам дадут квест сюжетный. Очень-очень надеюсь, что сил больше нет выполнять эти квесты побочные, которые совершенно неинтересны еще. Конечно, не лучше, чем были варенья. Варенья-то они хоть какие-то сюжетные были, с каким-то разнообразием, а тут... Ну, говорят, сюжет классный в Daggerfall, нелинейные все дела. Сейчас посмотрим. Ой, лол. Как я слез с лошади на ходу и... Топот копыт меня дальше преследовал. А, надо с тобой поговорить сначала. Да. Смотри еще. Мать моего мужа, Нульфага, по слухам, нездорова. А ее некогда блестящий ум потускнел. Она заперлась в уединении в своем замке в районе Вратгорянских гор. Вратгорянские горы. Экспериментирует с магическими науками без опасения за свою жизнь. Я в курсе ее состояния, но только не боящийся встать лицом к ужасам, населяющим ее замок, может поговорить с ней. Награда за отчет о ее здоровье цеп. Согласны вы выполнить это? Ну вот это уже куда ни шло, да? Вратгорянские горы. Во имя бороды Торига. Как я рада, что нашла способного бросить вызов. А, называется ее замок...
Шедунгент. Пути до него не больше 150 дней. Капец. А если она действительно безумна, то Шедунгент может быть весьма опасен для посетителей. Будьте очень осторожны. За счет вас Кенрет и Мара. Фух, классно. Обг Ай, королева Даггерфолл, прислала на приносение ее бабушки Нульфаги. Ну, как бы не бабушки, а тещи. Или кто там, как-то. Теща, не знаю. Жена, мать мужа. Это, знаха или, блин. Ну, короче, я путаюсь опять. Свекровь, наверное. О, мне нужно наведаться в замок Нульфаги под названием Шеллингвард, в Сажитраги, поговорить с ней, если она еще жива, если 50 дней. Отлично, поехали. Наконец-то, господа, наконец-то. Да нет, ну... Сюжетный квест. Это замечательно. Давай быстрее работай. О, Даггерфолл. Что ж ты такой? Так, журнал. Шедунгент. Давайте найдем его. Так, Прокрянские горы, это здесь Шедунгент. Ну, ничего такой населенный, да? А, вы только гляньте, это еще. О-о-о. Во как можно. Все очень локация обширная. И этот находится, короче, в самом правом верхнем углу карты почти что. Ну да, на корабле быстрее там. Вдоль берега проплывем и. Опа. Чувствуете резкий запах, дымки, что-то там. Фу, ниндзя. Это чё? Неважно. Ну, он, по сути, выглядит не таким большим, но мы уже знаем о пространственных аномалиях, да? Все наслышаны. Так, вход-то где? Скажите мне на... А, вот он. Прикольно. Такая железная дверь еще хардкорная. Погнали. Фу. Ну, наконец-то сюжетный квест, господа. Будем действовать осторожно. Под магической закрытой защитой. Если его сразу попробовать вскрыть, давайте попробуем. Так, отпереть, что-то типа того, открыть. О! Блин, они волшебницы. Черт. А, они дерутся. Так, где... Кинжал. Готов. Дай. Отойди. Ау. Зараза. Палкой по голове меня. Так, хорошо, хорошо. Тут как раз неподалеку эта вся фигня. Так, где еще одна? Ну, иди сюда. Давай, колдуй, мне это ничего не повредит даже. А это что такое? Так, прикажи мне, и вход откроется. Лол, чё это? Неважно. Ну да, уже что-то интересное, господа. Какой там символ иллюминатов был на превьюшке сейва. А то не она ли?
Да, выглядит она не очень-то здорово. Привет, тетя. Скажи, богиня, за что... Что за странная причина? Что за стрела оборвала дыхание моего любимого Лизандуса? А, Лизандус, ну это протагонист... Ой, антагонист главный вот этот вот, который... Скелет страшный в короне. Был ли он похоронен и благословлен, а все мои ручные птички превратились в кладбищенских ворон? Но закройся дверцы к моему сердцу, чтоб не было так холодно и мерзко. Везде искала я. В загробном мире, в подземном, между мирами, но так и не нашла свет души моего сына. Ох, за что безумие вскормила грудью ей своей. И чё? Нет, а чё? Это всё? Эй, тётя, ты чё? Ты нормальная вообще? Ну, я думаю, это, собственно, всё, что можно было от неё получить. Блин, неужели даже тут никаких не будет ништяков? Ну давайте хоть сходим, чуть-чуть полазим тут. Я уж так привык, что надо защищать огроменные данжи. Здрасте, здрасте. Здрасте. Да не, а что ты делаешь? Зачем мне надо это надевать на себя? Ладно, хотя бы так. Так, где мой кинжал? Будем надеяться, что больше ничего мне особо не требовалось. Очень будем надеяться на это. Попробуем вернуться сейчас. Что нам это даст? Глаза заслезились от дымной вони какой-то. Ладно, в Daggerfall давай. Безрассудно на корабле приплыли обладно. И того заняло это у нас месяц игровой. Иди ты в пень! Кто ты такой вообще? Так, что не любят призраки? Огонь они не любят. Морожение. Ловушка душ. Так, что еще можно? Я особо ничего больше не сделаю. Исцеление только. Блин, а зря, наверное, надо было ману-то сохранить на это. На левитацию, ну. Тихо, не надо так орать. Еще, блин, призраки меня преследуют какие-то. Блин, 20... Ааа, сейчас. Капец, я не успел. Открывай! Ну давайте, давайте теперь. Придется опять прибегать к магии, короче. Блин, нет. Ладно, давайте все исправим. Вжух. И вот я уже в Daggerfall'е выспавшийся и продавший лишнюю фигню. И уже бегущий к королеве сдавать квест. Приветик. Признаюсь, мне очень приятно видеть вас снова. Новость Нульфага все еще жива, греет мое сердце. Вот ваша награда, цеп. Ты мне хоть бы рассказала, что это за цеп такой? Ну а дальше-то чё? Сохранимся.
Блин, все. Все. Ты что скажешь? У меня есть только маленькая занятость. Не знаю даже. А кто такая Минизера? Какая Минизера? Ты чё? Упоролся, старый? Ну и чё, и всё? На этом кончились квесты, да, сюжетные? Не, ну это классно, конечно, но блин. У меня есть нехорошие подозрения. Ладно, наверное, надо пробовать мне еще через день подойти, да? Может, ты что дашь мне? Да иди в пень. Не хочу я на вас работать. Вот так вот. Ну-ка. Сломал и упал шею. Здравствуйте, новый правитель. Что-то вы какие-то зануды, слушайте. Ну ладно, господа и дамы. В принципе, сегодня был сделан большой шаг вперед. Был взят квест сюжетный. И я думаю, дальше будет проще. Дальше будет проще. Надеюсь, что квесты еще такие мы сможем получить. Но пока что вновь попрощаюсь с вами. С вами сегодня был Сэр Холмс, игра Daggerfall, Древние свитки 2, канал Благородных Сэров. Лайки, подписки. Всем пока.